Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня снова закупка продуктов из магазина «Лента». Получилось у меня где-то на 6 тысяч с небольшим. В общем, давайте сейчас покажу, и чек будет в конце видео, как обычно. Собакин у меня, как всегда, все проверила, да? Как всегда, я все проверила. А еще у меня еще одна собака есть. Это сестричка ко мне приехала в гости со своей собакой. Такая вот у нее песина смешная, да? В общем, две... Тоже девочка. В общем, две у нас тут. Вот, давайте начнем отсюда. Здесь у меня... Так, носы. Ушли. Здесь у меня туалетная бумага. Вот такое. И... Ну, все, ушла. И здесь 5 килограмм картошки. Эти девочки рады, что я приехала, да? Рады, что я приехала. Еще одна вкусность столько привезла, да? Вот, и давайте начнем отсюда. Здесь у меня рыба. Я купила треску охлажденная, без головы она. Я ее с лучком пожарю, будет очень-очень вкусно. Сейчас как раз и пожарю. Также купила, увидела шпикачки. Почему-то слово шпикачки у меня напоминает мое детство. Мне кажется, в детстве часто покупали шпикачки. По крайней мере, мне так кажется. В общем, взяла упаковочку. Надо попробовать. Но, по сути, это то же самое, обычные сардельки, да? Мясо ничего не покупала, у меня еще мои запасы не закончились. Значит, вот такой еще соус взяла, какой-то попробовать для бургеров. Сыр российский, здесь масло вологодское, вот это очень люблю, масло вологодское, вообще вологодский продукт очень вкусный, молочный. Такой хохланд сливочный. И здесь у меня еще, я купила творог, творог я купила... Вот такой обычный. Я его беру, творог вот такой в пачках, беру на выпечку какую-то. Просто если поесть, то я там в другой магазин захожу, в местный, скажем так, и покупаю на развес уже. И вот такую вот лапшу, вот эту домашнюю, очень ее люблю. Она как бы не бюджетная, 49 рублей. Получается вот такая коробочка. Но вот в суп, вот с такой лапшой, очень вкусно получается. Так, здесь у меня молоко, вот это было по акции, я взяла две упаковочки, и вот такой мажитель, она тоже была по акции. Также деткам Даниссимо вот такой творожный, они меня очень любят вот этот с шариками. И купила, девочки, не ругайте меня, я знаю, что это химия, но я обожаю вот эту шоколадно-молочную пасту. Покупаю ее не часто, но очень люблю. Вот, так что купила. И еще здесь купила всякие... Разные сырки, вот и вкуснотеево, и, в общем, вот такие. Но я больше всего люблю вот такие сырки, картошка. В принципе, и лентовские вкусные, и вкуснотеево, но вот какие были. Именно чтобы картошка была. Очень мне нравится. Еще вот такие какие-то увидела, тоже взяла. И вот это вот взяла сыночку школу. Ну, в общем, попробует, не знаю, понравится, не понравится ему. Вот какой-то вот такой еще, вот, не знаю, тоже взяла, понравится, не понравится, молочный коктейль с какао. Потому что молочку, я вам говорила, что он у меня до 4 часов в школе, поэтому ходит на дополнительные занятия, поэтому я ему беру, даю что-то с собой, обычно собираю, кладу еще всякое печенье, там фрукты и какой-нибудь напиток обязательно, потому что он у меня не успевает в столовой что-то купить. Свою любимую халву подсолнечную, 100 лет я ее уже не покупала, решила тут приобрести. Вот, потом вот вафельки купила, вот такие с морской солью кренделечки, хлебные палочки, и у меня здесь еще крекеры вот такие воздушные. Ну, это вот с собой я ему там набираю обычно контейнер. И купила вот эти вот пирожные. Это не пирожные, это медовик. Вот такой вот. Как бы производство или фасует лента, не знаю. Но он очень вкусный. Вот девочки, по моей наводке тоже покупали, тоже очень понравился. Вот это обычно классический, это шоколадный, но очень вкусно. У меня сестричка приехала, сейчас чаечек тоже с ней попьем. Вот. Дальше у меня здесь сок. Я купила вот этот рождественский микс, очень вкусный, гранатовый. Я тоже люблю. Кстати, гранаты у нас что-то пропали в ленте. Были-были, сейчас почему-то нет. И, кстати, круассаны тоже вот с собой, чтобы брать сынульки. Несколько штучек ему положу. И вот такой кофе. Кофе я покупаю, в принципе, по акции. Вот был вот такой. Мне кажется, я такой брала. Он тоже вот этот, Паулик, очень вкусный.
Здесь у меня еще хлебобулочные изделия. Вот такой хлебец докторский. Очень он ароматно пахнет. 29, считайте, 30 рублей. Вот так вот он выглядит. Наверное, с трубями каким-то должен быть. Нарезной лентовский батон на котлетке. И вот такую питу я еще взяла. Несколько штук. Тоже очень любим мы. Здесь у меня еще сахар. 2 пакетика взяла, чтобы уже не забывать. И фрукты у меня тоже еще не закончились. Поэтому я немножко докупила. Вот мандарины здесь, Марокко. Вот столечко взяла. И еще хурма-свечка. Ну, не знаю, будет она хорошая или нет. По 169 рублей. Я 1,5 килограмма. Ну, здесь, считайте, 5 штучек. И помидоры. Я, кстати, спросила, там девушка раскладывала огурцы, и я у нее спросила, есть ли в нашей ленте бакинские помидоры и огурцы. Мне вот девушка писала, что они очень вкусные, ароматные, даже сейчас зимой. Она сказала, что вообще обычно бывает, но сейчас почему-то нет поставок, то есть бакинских. Вот она мне посоветовала взять томаты на ветке, но я их тоже уже брала в прошлый раз. Они действительно, кстати, ароматные вот такие. Она говорит, тоже очень хорошие. Возьмите такие. И огурцы я взяла. Вот такие среднеплодные, гладкие. Бакинских тоже у нас нет. И она мне сказала, что бакинские огурчики обычно вот такие маленькие у нас. Фасованные. И помидоры, и огурцы. Так что, кто хотел тоже попробовать бакинские, советую. В общем, у нас сейчас в ленте нет. Еще купила вот такую зубную пасту Сплат. Я вообще люблю зубные пасты Сплат. А это вот какая-то новинка. Я, по крайней мере, такие раньше не видела у нас в ленте. Вот такая вот. Попробуем. И еще детей немножко побаловать. Купила вот такие червячки лентовские. И вот такие еще жевательные конфеты. Так что вот такая вот у меня небольшая получилась закупка. В принципе, ездила, чтобы купить что-то вот такое и картошку еще. Вот, и еще у меня в покупке была, как называется, щетка для машины. Вот она у меня осталась в машине. Я ее, кстати, приделать так и не смогла. Муж сейчас приедет, приделает мне, потому что у меня сломалась щетка на машину. Вот. Так что вот такая получилась закупка. Сейчас вам покажу чек.